Спортивные команды формируются по месту жительства. Сначала соревнования проводились в районах. Теперь городской этап, и это уже финал спартакиады. Организатором является департамент по физической культуре и спорту администрации города. Скоро уже начинается учебный год. Мы подводим свои своеобразные летние итоги. Ребята у нас на протяжении всего лета на дворовых площадках доказывали, что они сильные по 6 видам спорта. И сегодня здесь представители сильнейших команд от всех 4 районов собрались здесь, чтобы определить тот район, который в этом году станет сильнейшим. Соревнования проводились по 6 видам спорта. Легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, прыжки в длину, мини-футбол, стритбол, веселые старты. Стритбол – это уличный баскетбол, отличается меньшим количеством игроков и половиной баскетбольного игрового поля. Когда начинается игра, мне нравится все время попадать мяч в корзину. У меня больше всего это получается. Остался недоволен своим сегодняшним результатом в 2.20. Это прыжки в длину 11-летний Тихон Зверев, который вот уже 2 года занимается легкой атлетикой. Я заступил, но мне не засчитали. Хотелось бы лучше, потому что прыгаю я 2.40. Удача сегодня была на стороне ребят из Адлера. Они победили в прыжках в длину и стритболе, легкоатлетической эстафете и перетягивании каната. Самый олимпийский район Сочи в спартакиаде среди команд, сформированных в районах, вышел в лидеры. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.